Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Всем привет! Меня зовут Ведьмак. Сегодня мы продолжим играть в Hand of Fate. В предыдущей серии мы с вами таки победили королеву чумы. Сегодня у нас на повестке дня король черепов, вроде бы, да? И вот этот вот диск справа от... по правую руку, точнее, от сдающего, который мы должны у него выиграть, чтобы перейти на следующий тир. Но не скоро, я думаю, это случится. Итак, с чем у нас грозит король черепов? Во-первых, история. Самый грозный воин нежить из всех, что вы встречали. В одной руке он держит щит, способный сокрушить любого человека, а в другой — двуручный меч, которым он владеет легко и непринужденно. Понятненько. Кстати, все эти вещи, по-моему, можно с него залутать корону, щит и меч, и собрать сет. Сет этот, по-моему, что-то дает интересное, но я уже не помню, что. Итак, какие у нас изменения правил? Проклятая душа. Максимальное здоровье снижается на 10, когда игрок получает проклятие, следом за данным. Ну, то есть, если я буду получать проклятие в ходе матчей, у меня будет уменьшаться здоровье на 10. Я буду их получать проклятие всегда, потому что тут сейчас колода будет состоять из таких событий, которые постоянно дают проклятие. Они просто на тебя накладывают, и все, и ты никуда не денешься. Слабые запястья. Нападение на лежачего врага наносит игроку 5 единиц урона. Вот это плохо, потому что это у меня неконтролируемо происходит. Итак, давайте посмотрим на нашу колоду. Нам немножко расширили инвентарь, так сказать. Можно ништяков понапихать в нее. Побольше теперь тяжелая броня появилась. Маска вымогательства, я не знаю, что такое. Ну и куча колец. Куча колец. Я не уверен, что стоит что-то менять пока что. Хотя, что у нас тут по кольцам вообще? Золотое кольцо боли. Ну, такое себе, по-моему. Кольцо выживания. С каждого третьего боя получается. Ну, это неплохая вещь, на самом деле. Давайте мы сюда попробуем положить какое-нибудь кольцо адепта для разнообразия. И теперь посмотрим на наши события. Что же у нас ждет? Лес Гринбора пихаем немедленно. У нас есть события, которые... обязательные, залоченные. Король черепов и пламя в глубине. Теперь оно залочено. Также призрак моря до тех пор, пока мы не разберемся с Кракеном. Куча задач по Кракену. Ну и всякие штуки. Нам надо добавить с вами что-нибудь в колоду, чтобы добрать еще две карты. Лавка. Пусть будет лавка. Парис дьявол меня в последнее время напрягает, потому что там убивают больно. Пурум-пурум. Давайте портал возьмем. Он, в принципе, ничего плохого не делает. Ну и понеслась же ж. Битва не на жизнь, а на смерть. Пентаграмма это у него, да. Вот, видите, повешенные — это карты, которые дают тебе проклятие, несмотря ни на что. А значит, дойти до короля черепов будет крайне сложно, потому что здоровье меня будут отбирать нещадно вообще. Столько врагов, смотрите, там карта врагов, целое колодище. Коллоидное. Сразу десяточку, хоп, и урезали. Пидерство. Ну, отлично. Начало просто потрясающе. Вы натыкаетесь на повешенного, вы пытаетесь расспросить его о его тяжелой судьбе, но он говорит, что не нуждается в помощи. Я принял свою участь, уготованную мне судьбой, а ты прими свою. Нам будут давать и карту благословения, и карту проклятия, но карта проклятия у нас будет отнимать 10 максимального здоровья. Любое убийство, совершенное с помощью топора, приносит, ну, это такое себе. Скорость игрока в бою снижена на количество золотых в его карманах. Потрясающе. И минус 10. Я не доживучую. Опять сраный призрак. Проклятие. Минус 10% хп. Отрицательная аура. Потрясающе. Просто великолепное начало, которое, я думаю, ни к чему в итоге не приведет. Заберем руду, может быть, наткнемся на древнюю кузницу. Дальше ехай. Быдло накидал мне, блин, 3 проклятия сходу. А, вы не успели спуститься по лестнице, как на вас нападает. Ясненько, понятненько. Как же без этого-то?
без нападений-то в меня? Давайте вы и набежите на ловушке. Оп-оп. Тихо. Их что-то многовато на... Да, уворачиваться кто будет? Василий? Да, я, похоже, здесь лягу. Узкое место, неудобно сражаться. Еще ловушки кругом. Не надо. Отлично. Все. Да, это Unreality. На таком пятачке сражаться с такими сложными противниками, не имея ничего сейчас за душой. Это боль. Там, где боль, места нет любви. Давай, давай. Не базарь. Я клацаю А, потому что мне бесит ждать анимации, но это ничего вообще не делает. Молодец! Холодец! Меня еще подводят эти слабые запястья. Реально парит. I know you will not tell me. Ну хоть руду возьмем. Горнила. Новая локация. Город Стигал расположен в единственном месте, где можно безопасно пересечь реку Эрнст. Однако, чтобы перебраться на другой берег, приключенец должен пройти через Горнила. Горнила — это арена, где вы сражаетесь с чудовищами на потеху жителям Стигала. Как вы поступите? Ну, давайте попробуем. Вас выводят на арену. Первый бой начинается. Выбирай противника себе по силам! Орет кто-то из толпы. Я поставил на тебя! Ну, естественно, мы два чешуи возьмем. Нафиг оно надо нам. Действительно, по силам лучше выбирать противника. А вот и Оренка. Ох ты, сучонок. Чё тебя шипами не долбит, а? Оп! Ну и чё, мне тебя искать там, что? На! Пошёл туда! Долбани его! Шипами! Интересно, он там сдохнет когда-нибудь, нет? А-а-а, не бей его! Они падают постоянно. Интересно, конечно, получается ситуация. А, хорошо. Тактически разрулил это все дело. Потеряв, конечно, здоровье, тем не менее. Без этого, похоже, никуда. Ты выжил в этот раз, давай еще. Толпа ожидает вашего решения. Дама пыли и куча чумы. Хочу ли я этим заниматься? Ну, карточную фишку вроде как без этого не выиграешь, да? Давайте попробуем. Спасибо, Кэп, я в курсе, что надо сначала уничтожить санный арбалет. Ну тут... Он ко мне приближается. Ты что, дура? Зачем ты это делаешь? Сука. Давай, говорит, в упор кину в себя ножик. Потому... Ну да, да. Тут вариантов вообще было. Ноль. Или от баллисты получить, или от этого мудака. Ладно, было не баллисту все-таки сначала бить. Нет, не бей его! Йотович. Ай, я умру. Я умру. Чуть не отхватил, блин. А, она еще бесится. Становись, женщина. Ай.
Уйди, дура! Ты же конченая! Ну, убить-то я убил, но у меня 18 хп. I am dead man. Almost. Мертв. Вы выжили в Горниле. Вас с почетом проводят через город и отпускают на все четыре стороны. Кое-кто на улице кидает вас монетами со словами: «Ты сделал меня богачом, Боин!» Зашибись. Миллионы денег. Благословений нет. Спасибо. Денег, конечно, дали, но здоровья не дали. Я в печали. Выход. Станки героя лес Гринбора. Я бы сгонял в лес Гринбора. Все-таки это один из квестов, который я прохожу, посвященный аду. Все больше и больше порталов возникает в разных уголках этих земель. И бесы преисподней все чаще попадаются на глаза людям. Больше обычного порталы появляются в окрестностях леса Гринбора. Обыскать лес и попытаться найти причины аномалии. Обыскать лес. Упс. Опять проверка на удачу. Ваши поиски не приносят плодов, и вы покидаете лес ни с чем. Вы бич. Бич-бармак. Нахера я это делаю? As pleases you. Куда идти-то? Yes. Я дошел! Угу. Жратвы дали. Хорошо. На выход нахрен с вещами. Previously, I had underestimated you. Мудень! Мудень! И всякий раз, когда игрок потребляет пищу, он получает вдвое больше очков здоровья. Замечательно, только у меня здоровье в два раза меньше стало. Угу, спасибо. Чувак, я тебя не слышаю. Ты понимаешь это вообще? Так, долгой жизни, пожалуйста, мне. Дева, она мне должна добавить максимального здоровья. Целых 5! Невероятная прибавка к здоровью! Это просто... победа! Так, этот, по-моему, меня нахер пошлет, да? Однажды ночью вам снится, что вы стоите бла-бла-бла. А мне нечего тебе отдавать, сори. У меня нет двух благословений. Странствующий маг. Еды у меня тоже нет. Придется покупать у него еду. У этого хренодера. Finally, an opportunity to eat. Да, конечно. Отлично. Сейчас буду полдня нажимать кнопку А, чтобы купить себе чуть-чуть еды. Потрачу на это все свои деньги. So careless with your resources. Рот закрой. I'm sure you are grateful for that. Все. Накупил 15 едишки. Теперь хотя бы смогу дальше продвигаться потихонечку. К последней карте на этом уровне и к выходу. Ну ладно, хоть еда меня лечит гораздо быстрее теперь, чем раньше. Два раза. Что у нас тут есть? Стоит ли мне идти по лестнице? Давайте попробуем пройти тут. А, подожди, у ящеров это же срань. Тогда нафиг. О, опять эта сука. Как же ты меня паришь. Так, что я там взял-то хоть? Что за проклятие? Съела мне пол хп, блин, тварь. Вонючка. Проклятый. Всякий раз, когда игрок покупает новую вещь, он получает проклятие. Спасибо. Ты очень добра, призрачное говно.
Так, благотворительность. Сколько тебе еды можно отдать? Дать 5 ежи. Так, полируй давай, иди. Говёные такие благословения, пипец. Ну, по крайней мере, мы прошли ивент. Пламя в глубине. Ветераны былых войн говаривали о громадных, могущественных созданиях из камня и пламени. Простые смертные способны выдержать далеко не все их удары. Король отправил этих монстров в заключение в подземной пещере, откуда они изначально и появились. Не просто было их удержать там, но големов не видели на поверхности уже целое поколение. В темной глубине пещер вы видите странных пылающих созданий, окруживших старика. Они поворачиваются к вам, лицо старика искажено ужасом. Немедленно атаковать! Создания с угрожающим видом тяжело направляются к вам. Сколько их будет-то? Вот она, вот она. Лавовый голем. Брутозавр. А тут я такой, бич с топором. Не смей стрелять по Багдаду. О, я застрял, ну твою мать. Псих. Хорош. Довольно быстро его ушатал. Такие вот очень лавовые големы. Прикольные. И у нас теперь будет целая квестовая цепочка, посвященная этим ребятам. Благодарю, незнакомец, говорит старик. Я много лет путешествовал по этим туннелям, но не видел лавовых големов настолько близко к поверхности с тех пор, как сам был мальчишкой. Золото давай мне быстро. Надеюсь, остальные, узнав, что этих вы убили, останутся глубоко под землей, где заключил их король. Вместе со стариком вы покидаете туннели. Карточная фишка моя, уже 3 фишечки. Еды только вот что-то мало. Дерьмо-то какое. Ясно. Уходим дальше. Сейчас я начну голодать и очень быстро умру, поскольку у меня здоровье и так уже меньше половины. Позвать жреца. Но может у него мы что-то купим. Подойти к прилавку и купить какую-нибудь хрень. Можно снять проклятие. Вот это бы снять. Но они таких денег стоят, что... Вот это бы на самом деле снять, и мне было бы жить гораздо проще. Что бы можно продать? У меня еды нет. Давайте кольцо прошлого уберем, как обычно. На 6 ходов еды осталось. Хреново. Вот не считаю, что у меня ни оружия, ни щита, ни брони. И у меня половина здоровья. Следы в городе. Это дерьмо. Ой, ну не знаю, стоит ли мне еще париться. Давайте. Вариантов на самом деле нам никто не дает. Ей! Следы на земле. Ну, пройти-то это надо, наверное, когда-нибудь все равно. Так, ищем следы Минотавра. Повезло. Нечеткие следы. Должны быть четкие, а не нечеткие такие. Неровные. Ну что, последняя проверка удачи. Которую я, конечно же, провалю. Естественно же. Как же без этого? И все это было зря. Да нахуй мне этого жреца, у меня ничего нет уже. Я бомж. Сейчас 4 хода, и я умру. Еще один хер, блин.
Жадные ублюдки могли бы покормить бесплатно. И тут, понимаешь ли, стараюсь им тут... Спасаю их земли от всяких минотавров. А им нас сражать. Бейдла! Старица ящеров. Ну, может быть, хоть это пройдем. Событие. Старица ящеров ждет, что вы ей поднесете. Она предстает перед вами бесстрашной, почти как статуя. Бесстрастной, точнее. Ее свод изобилует золотом и драгоценными украшениями, не являющими никаких признаков ее привязанности к ним. Что? Чую я, ты принес мне что-то ценное. Ну, возьми руду. Старица ящеров внезапно оживает, берет руду и внимательно осматривает ее. Действительно, весьма ценная. Благодарю тебя. Здесь есть многое из того, что вы, глупые люди, находите ценными. Ни хрена си. Возьму, наверное, испепеляющий. Подожди. А это у нас что дает? После каждого третьего боя, да, поможет мне. Да я в любом случае сейчас умру, какая разница. I was always a fan of being fleet of mind. You'll have to settle for being fleet of foot. А это что дает? Каждый третий удар, нанесенный нежить, отражается и уносит урон врагу. Ну, такое себе. Я неплохо оделся, вот в чем дело. Печально, что... Я сдохну сейчас. За два хода. Ой, я открыл все-таки. Я не хотел, наверное, открывать. Случайно нажал А. Ну все, пизда. А так мне неплохо надавали всякого. Куда деваться? Одели перед смертью, положат в гроб в этом всем. В доспехах, шлеме, блин. С оружием модным. Отлично просто. Так, за победу на арене в городе Стигале вы получаете знатного торговца, разгневанную жену и заем. Несколько новых событий. За то, что пожертвовали продукт сиротам, вы получаете... Зелье здоровья, священное кольцо и новую благотворительность. За задание в пламя в глубине мы получаем мифрил, золото ассасина и отряд големов, который будет теперь нас преследовать, пока мы не уничтожим их все три за одну партию. Мы их не сможем удалить из колоды. Let us see what fate lies ahead now. Режим перехрещений. 29 из 28. Надо что-то убрать отсюда. Например, демона-купца можно убрать. Это убрать. Не очень нравится этот квест. Хотелось бы, конечно, все это добавить. Просто в том, что выпилить. Тут эту суку бы выпилить. А не хочет. Так, горнило нам не нужно уже. Выбор дьявола можно убрать. Ну и в принципе... Подожди, а что у нас здесь? Не пройденное же еще есть событие. А эту можно оставить, в принципе. Но мы ее не прошли, получается, да? Вот так. Много событий. Поехали. Да вы давай мне уже карты быстрее. Ты медленный очень. Their heart. All games are about power, are they not? Лавка, лавка, пара-пара-пам. The retaining of power, and most importantly, the use of power. Жрату закупили.
На ближайшее время должно хватить. Денег только теперь ноль. В случае чего. Там есть карта событий заем, где нужно дать денег чуваку. Просто-напросто. Так, что-то я не хочу это проходить. Или войти. Ну, давайте попробуем. Сокровищницы, там сокровища должны быть. Ай-яй-яй. Есть тут сундук где-нибудь, видите? Оп, я так, вот он сундук. Теперь осталось это дерьмо. Ну что ты, мудак, нет? Где выход-то? Вот он. Все, уходим отсюда. Я забрал сокровища и все. Этого достаточно, и даже золото немножко поднял. Вы выходите из сокровищницы и приступаете к пересчету драгоценностей, которые вам удалось вытащить из сундука. Аж 3 карты добычи. Вот это неплохо. Кольцо адепта. Игрок получает на 5% меньше урона за каждое благословение. На 5%... Ёб твою мать. Ну и на кой бабец мне это тупое кольцо говна? Кольцо говна. Так его будем называть. Я его продам. Нахрен оно мне сплющилось. Нахрен. Интересно, почему оно отмечено вот этой уголком этим? Может быть, оно в сет входит какой-то? Да нахер его. Угу. Посмотрим, что можно купить. Тяжелая броня, удар грома, испепеляющий жар. Урон. У меня не хватит на него, да? Хватит на это. Это вот неплохая вещь. 65 золота требует, у меня 60. Можно что-то на 5 попробовать продать. Но все купить не получится, очевидно, да? Продать предметы. Давайте попробуем продать топор, но он стоит всего 3. Кольцо прошлого, значит, отправляется на свалку. И топор. А купим мы удар грома. Надеюсь, он принесет мне. Че? Так. Думаю, сойдет. Я же экипировал, Хорошо, топаем дальше. О, металлическая руда. Но это явно не то, что нужно было старой этой тёлке. Дело. Ну, девы мы, думаю, попросим долгой жизни. Целых 5 единиц. Невероятно. Да не надо мне лавку, ну. Что ты мне её каждый раз-то подпихиваешь? Это же все еще первый уровень. Я столько времени здесь провел. Благотворительность? Не, я тебе ничего не дам. Потому что... Я иначе сдохну от голода. У меня денег нет, чтобы купить себе еду. О, что-то я не хочу. Не хочу. Я так неплохо одел эту булаву. Отряд големов, а вот и он, олимпийский чемпион. Чтобы убрать встречу из колоды, проведите в ней 3 раза за 1 сессию, да. Лунной ночью вы видите, как отряд големов идет в набег на очередное людское поселение. Вот это вот зачем, я не понимаю в начале сражения с каждым из этих отрядов големов, потому что я бы и так на них напал, зачем вы бросаетесь в бой? Я бы и так бросился в бой. Нифига, тут проверка удачи. Не попал, по-моему, да? Ой-ой-ой. Он так учительски прям 2 удара подряд сделал. Я не ожидал такой подлости.
Ну, дэмэдж, конечно, у этой штуки гораздо выше, чем у сраного топора. Обугленные груды камней вокруг вас да послужат уроком этим поганищам. Местные крестьяне в знак благодарности поделились сами едой, они положат ее в конец, да. Бежим отсюда. Хотя, возможно, где-то на этой, на этом уровне есть еще лавовые големы, но я не знаю. Вряд ли получится ими там заняться. Когда-либо. Слишком сложно. Гоблины! Опять. Опять выпиливать гоблинов, которые тырят у меня вещи. Украли еду и украли мое оружие. Естественно, попали они в меня. Пуху верни. Далеко собрался? Я тебя не отпускал. Мразь! Блин, убегает. Далеко не убежишь, морда твоя страшная. Моя булава там светится. Небесным светом. Так. Лес Гринбору. Ну, давайте попробуем его обыскать. Вроде бы за провал нам ничего не делают плохого. И у нас опять провал. Ну, иди ты нахрен, лес Гринбора. А, сука. Давно вас не было. О, будем жрать золото, отлично. Я рад за них. Но мы до него не дойдем, боюсь. Так, нам не нужно оружие, поэтому в пень. Пойдем дальше. Странствующий маг, который мне ничего не даст. Шаг. Любезный жрец, который мне ничего не даст, потому что у меня нет денег. Он дал мне монетку. А вот и король черепов. Его защита почти непробиваемая, бла-бла-бла. Ну что, попробуем. Могущественный парень. Черепа. И король. Достал свою хренопутку. Надо сначала убить его прислужников, я думаю. А, они бомбочки стоят, видели? Психи. Ой. А он призывает новых, да? Меня тебя надо убить. Во-во-во. Уворот, жену! Нахера ты в него увернулся, придурок? Псих. Уворот. Они поставят свои бочонки смерти. А он включит свою хреноту. Лазер из щита. Все, на изичек. Так говорю, боссы здесь вообще никакие. Сами по себе. Но дойти до них довольно сложно. Я не ожидал, на самом деле, что мы дойдем сегодня. Но мы пожертвовали кучу побочек, чтобы пройти это. It is time for a long-delayed reckoning. Ну что ж, улучшение пентаграммы. Начальное оборудование. Вы быстрее начинаете наносить могу. Ну, это просто комбо быстрее набирается, двигайтесь быстрее. Ну и теперь здоровье скелетов возросло. Огненные ящеры теперь бафаются огненной бурей.
Больше опасных монстров добавляется, замечательно. Больше проклятий добавляется, замечательно. А это, конечно, неравноценная компенсация. It will only benefit you so far, and no further. More power for you. Так, что это у нас? За исследование лабиринта ловушек мы получили колпак собирательства. За награду за короля скелетов, шлем короля скелетов, щит и меч. Вот этого можно собрать в один сет, и получится прикольно вроде как. Дама чешуи следующая, и спасение из пещеры событие. Да, я вообще не ожидал, что мы сейчас за 35 минут пройдем следующий уровень. Ну что ж, на этом пока все. С вами был Ведьмак, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите смотреть еще. Всем пока.